Я бы не назвала это неделей моды. Это скорее хорошо курируемый проект. Здесь нет задачи включить в программу очень много дизайнеров. Это не коммерческое мероприятие. Для меня это больше как витрина всего лучшего, что есть в Москве, того, что происходит в моде, и, может, больше авангардная эстетика московских дизайнеров. Мне кажется, все коллекции были очень разные. Шоу в Ардуино Зарян было очень элегантным. Мне понравилось, как она работала с разными текстурами. В шоу Вики Газинской было смешение авангарда с элегантностью и спортивным стилем. Шоу Теплова мне напомнило об эстетике Рика Оуэнса и деструктивизме. К концу шоу мне показалось отсылкой к технокультуре 90-х. Это было очень интересное шоу в смысле дизайна, и меня очень тронул его показ. Мне кажется, нельзя сравнивать неделю моды в Нью-Йорке или то, что происходит в Париже, с тем, что происходит здесь, в Москве. Это очень локальное мероприятие. Для меня это больше фестиваль. Такое легче организовать. Когда в день происходит только одно шоу, как, например, в Йере, на юге Франции, фестиваль фотографии и моды, где очень важна работа куратора. Там не пытаются соединить множество событий в один день. Мне очень понравился магазин «Кузнецкий мост 20» в подборе марок. Мне очень хотелось посмотреть какой-нибудь магазин в Москве, где будет показана русская мода и русские дизайнеры. «Кузнецкий мост» мне показался единственным, где представляют русских дизайнеров. Я увидела там инсталляцию Нины Донис и их вещи. Я была в Модсвинге, Юки Стайле, но в их стоке не было акцента на русскую моду. Мне это было не очень интересно, так как все эти марки я могу посмотреть в любом другом городе. Меня напугали цены, они очень высоки по сравнению с Парижем и Лондоном. Я даже не могу представить, кто может это купить. На эти деньги проще улететь в Париж. Я уверена, что в Москве есть люди, готовые платить двойную цену, но мне кажется, это неправильно. Из России я знала такого дизайнера, как Чепурин, Гоша Рубчинский. Британские издания уделяли ему много внимания, поэтому я знала о нем. Знала о Вике Газинской, так как вижу ее часто в Париже и знаю ее как отдельного человека. Мне было страшно, что мне придется одной ходить по городу. Меня пугали, что здесь могут обманывать таксисты. Но все хорошо, потому что я с другом из Гонконга, и мне не страшно. Мне нравится ощущение потерянности в чужом городе. Я часто путешествую одна.